вы держите? Рамазан, ты меня снимаешь? Да. Народ Казахстана, меня забирают ДВДшники, я даже не знаю за что. И даже не знаю за что, блин. А что вы делаете? Зачем? Зачем? Начался эфир? Снимают? Да. И? Не трогай мой телефон, не смей трогать. Зачем вы хватаете? Не смей. А вы что делаете? Вы не хватаете? Вы меня не хватаете? Вы еще мне указываете, почему я вас хватаю? Мы вас призываем к покою. Я еще раз повторяю, повестку показали. Повестку? Вы же не берете сами. Вы же где? Сейчас покажи мне повестку. На основании чего вы меня вызываете? Я могу знать причину хотя бы? Объясните мне причину. Как вам объяснять, если вы орете? Ну ты покажи мне для начала. Вы что мне хватаете? Просто так я из дома вышла, вы меня хватаете. Я что должна делать? Не смей трогать телефон. Не смей трогать. Я буду орать! Тихо-тихо, Айнура! Я сказала, убери меня! Это менты! Я не знаю, что они от меня хотят! Нет, что от меня хотите, мне объясните! Где повестка и за что? За талапер меня уже осудили, дали мне два незаконных штрафа за то, что я была в Васе у Дулата! Что еще? Какая еще причина? Какая причина 25-го на митинге меня задержали? Что еще? Отпустите, какая женщина, причина? Отпустите, ребята, пожалуйста. Ребята, покажите удостоверение. Удостоверение покажи. Все есть. Кто-то есть? Силком нельзя. Иди отсюда, еще не трогай меня. Отпусти, что ты меня держишь? Я не сказала, не сяду никуда. Я сказала, не сяду никуда. Не, снимайте, снимайте. Руки уберите. Снимайте. Убери от меня. Уберите. Убери. Почему вы силком? Вы мне объясните причину! Она оказывает неповиновение. Да, я а почему я должна оказывать? Я может где-то написано? У вас написано? У вас патрульная машина? Я что должна с понюху понять, что вы менты? А вы не знаете, что я сотрудник. Ну и что, а где ваше удостоверение? Вы не в форме даже, что я должна делать? Я показывал удостоверение. Где? Покажи еще раз. Отпустите женщину. Еще раз покажи. Отпустите. Я на камеру скажу, кто меня забирает. Скажи. Покажи удостоверение. Нет, пусть отпустит. Отпусти, я сказала! Отпустите женщину! Никуда я не пройду! Сейчас в форме патруль приедет. Зачем? Вопрос прозвучал! Зачем? Тихо, 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 тихо. Отпустите! Это вообще не милицейская машина. А вы что делаете? Ваши действия, это повиновение, а? Где служебное удостоверение? Где представь? Я патрульная машина! Почему я должна на этой машине идти на гражданство, а? Почему бы на гражданство машины? Оденьте! Не буду я тих, не надо меня успокаивать! Отпусти, я сказал, мою руку! Я не проеду, удостоверение проедем. Показал! Удостоверение мне показал, я сказала! Я по 40 раз не показал. А когда ты мне показал? Ты чего мне врешь? Ты чего мне врешь? Хоть кто-нибудь сюда представился? Представился, удостоверение показывает. Покажи мне, я мне должна сказать, кто это! Лица сними вот этих вот ментов! Мы все равно их вычислим! Хорошо. Снял? Ну что делаете? А что вы делаете? А? Что вы делаете? Они... Что? Они... Незаконно они... просто так меня они... забираете? Что? Я должна молчать по-вашему? Нет, зачем? Отпусти мою руку, я сказала! Айнура, тихо, тихо! Я не буду, тихо! Тихо, Айнура! Что? Покажи удостоверение! Айнура! Покажи удостоверение! Я вам покажу! Удостоверение! Ты не показывал! Что ты мне врешь? Что ты мне врешь? Ты мне даже не показывал! Вот, вот, вот! Я не вижу. Вот, вот. Байбазаров, еще раз. Еще раз. Я не успела прочитать. Айнура, ты меня Ты меня раньше забирал. Ты меня и знаешь. Что? Ты что думаешь, меня каждый раз забирает на митинг? Че ты мне идешь пять раз? Ты мне вот сейчас одну секунду показал. Че ты врешь при камере, а? Че ты позоришь на камеру? Какой ты лгун ужасный, а? Айнура. Что? Поедем. Не поеду, я сказала. Я, назад, сам я не поеду никуда. Я объясните мне причину. Причину назад. Я сказала. Я тебе поеду. Нет, туда. Я сказала причину. Айнура. Причину я еще раз говорю. Следствие вызывает. Зачем? Все есть. Олег. Зачем? Олег. Зачем меня следствие зачем вызывает? Ты, зачем на публику играешь? А ты почему играешь на публику? Я не играю на публику. А что я делаю? Я вам сказал. А что это то, что вы делаете? Правильно по-вашему? Убери руку от меня! А?
Поедем. Убери руку, я сказала. Давай спокойно, вон сына возьмем. Не буду я сына брать, понятно? Ну поедем. Кого? У меня в 11:20 младший сын. Вот сейчас он, ты оставил его? У него сейчас... Не трогай телефон! Не смей прикасаться. Не трогай. У меня сейчас сын в 11:20 должен выйти со школы. Не смей, я сказала. Попробуй только взять. Отпусти меня. Отпусти ты меня. Мам, забрали телефон. Забери телефон. Мотяшка здесь.